Есть ли у вас роль вашей мечты? Ну, у меня роль мечты, знаете, такая, я скажу так. Я очень часто играю кавказцев, водителей такси, хозяин рынка. Поэтому роль моей мечты – сыграть все, что угодно, кроме как кавказец, пьяница, бомж и таксист. Ну, там, милиционер, врач, адвокат, какой-нибудь там король, я не знаю. Вот что-то такое необычное. И в сказках вот хочу сниматься, какого-нибудь Лешего, там, Водяного. Какой у вас любимый режиссер? Тарантино. Гай Ричи, Стэнли Кубрик, кто там еще у меня любимый, Скорсезе. Каким главным качеством должен обладать хороший актер? Главным качеством? Ну, наверное, делать так свою работу, чтобы не было стыдно. Чтобы зрителям нравилось, чтобы самому не было стыдно. Ну, я всегда как бы недоволен, вечно хочется, вот я бы не так сделал, по-другому все-таки сделал, когда уже смотрю. Поэтому, если зрителям нравится, значит, вот это, наверное, соблюдать вот это правило, чтобы нравилось. Вот. Ну, а с другой стороны, ты выполняешь задачу режиссера. В общем, чтобы было хорошо.